Приветствую вас, друзья! Вот когда мы ложимся спать, ну, как правило, мы снимаем с себя всю одежду. Но зачастую не снимаем с себя суету, какие-то нерешенные за день задачи, какие-то тревоги, беспокойства. И все это мешает заснуть, мешает выспаться и мешает вообще восстановиться. Вот подобные вещи нельзя брать с собой в постель. Вот нужно снимать их вместе с одеждой. Но такое, конечно, не всегда получается. И я расскажу сейчас о простой практике, которая поможет это сделать, чтобы сон был глубокий, сон был крепкий, и с утра вы были свежи и полны сил. Вот что для этого необходимо. Вот вечером, когда вы уже разделись, ну и готовы лечь спать, вот сядьте на кровати и буквально в течение, ну, пары минут сделайте так. Вот проанализируйте, соберите вот все эти вещи, какие-то тревоги, какие-то беспокойства, переживания, нерешенные какие-то вопросы. Соберите это воедино. И вот обозначьте это просто как суета. Вот почувствуйте, вот она внутри вас, ее нужно отпустить. И произнесите вот такие слова. Суету мирскую, суету дневную отпускаю. Себя опустошаю истинно. После этого глубоко вдохните и начните медленно-медленно выдыхать. Вот выдыхайте до той поры, пока в груди не останется ни капли воздуха. Вот просто выдавите из себя вот такой глубокий-глубокий выдох. И после этого не вдыхайте. То есть задержите дыхание буквально секунд на 5-10, может быть 15, сколько получится. И после этого резко вдохните глубоко и ложитесь спать. Вот сон ваш будет глубокий, как у младенца, и с утра будете чувствовать себя прекрасно. Вот такой простой, надежный метод. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной, и всех вам благ.